Вспомнил видос по GTA, где чувак проходил сюжетку с сумасшедшими самолетами. Спойлер, он так и не прошел ее. Да, это та же самая тема, пацаны. Это та же самая тема, только в майне. Я решил начать с майна. Не надо меня в лаву сталкивать, мне сейчас надо YouTube. О, подожди, где семечки там? Ой. Так. Бля, как громко-то. Фига себе. У тебя тоже яблоко есть, да? Оно зачарованное. Во фрукт. А, блин, я только сейчас понял, что народ платит один раз, а событие происходит два раза, прикинь. Блин, над нами джунгли какие-то. А под тобой крипер. Иди назад, иди назад, там уголь дальше. Падла! Ты спасло от крипера! Это мне капец спасло от крипера. А меня наоборот чуть не убило. Я тебя обожаю. О, ты железо пропустил. Я все пропустил! Я до сих пор очко разжать не могу. Извините. Надо задержку побольше было поставить. Алло, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я вот здесь, где я говорю. На берегу, внизу. Я не понимаю, где ты говоришь, у меня одно ухо работает. Блин, ну почини. Да невозможно это. Построй здесь заборчик для куриц. Вот пока они все со мной стоят. Верстак у себя. А, ну да не обязательно прям забор, можно чем угодно оградить, лишь бы они не вылезли стоять. Курца, курца, кыс-кыс-кыс. Из земли можно. Что-то происходит. А я не свою кровать сломал. А-а-а! Нет, не свою. Подгадал, гад. Спасибо. А мы курицы. Курицы сдохли. Ну, естественно, там все сдохло. Где там это происходит? Я что-то даже не испугался. Просто такой, а, ну ок. Не, вот этот вот звук, это значит, надо сразу отбегать и разворачиваться. Да, да, потеряли бдительность. Могли же прикрыться, тогда бы сдохли только курицы. Могли щитами прикрыться. Можно с вами? Нет, с нами не получится технически. У нас сервак, который не видно. Вообще никак. Я не смог поднять сервер, доступный из интернета. Мы тут кое-что намутили, чтобы вдвоем хотя бы сыграть. Ваша кровать забрана в пользу государства. Ты мой выстрел? Фига себе тут. Чуть не убили. Без стейков возьму. Инвейжн. Тут до хрена криперов! Я так нашел. Они за деревней заспаунились, 3 или 4 штуки. Он еще один. Пошли ванпост. Подожди, какой ванпост? У меня ни здоровья, нифига нет. Ну, есть ванпост. Я ерундой занимаюсь, деревню разбираю. Вот эта кровать явно лишняя. Где ты мог кого-то? Во, я вот тут кровати поставлю. Сундучок есть, еще что-то. Сойдет. Три карты. Ой, крипер! Три карты. Бумага нужна. Верстак, 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 верстак. Ой, верстак. Тростник. А потом верстак. У нас рядом есть саванна. Или как это называется? Короче. Джунгли. Огромные горы. Я ванпост. Куда пойдем? Мы пойдем делать карту. Я сломал весь тростник. Давай аванпост, пожалуйста. Ну, можно и аванпост, но сначала карту. Ну, давай с карты на аванпост. Классно. Это мои блоки. Не, я стырил с тобой. Этих куриц покормить? Я уже покормил. Ты еще покорми. Ну, сейчас покормил. Тут уже. А их нельзя кормить. Можно, разрешаю. Ну, не обидится.
Так, ладно, раз ты ничего не делаешь, я пойду. В смысле ничего не делаешь? Смотри. Ты бегаешь, дома ломаешь. М? Бегаешь, дома ломаешь. Нет. Я карту нарисовал. Спасибо. Какая пещерка подводная. Не, я сюда не пойду. О, вот за углем пойду. А где у нас картограф? Тут. Да, наверное, я тупанул. Наверное, не надо было прям столько бумаги делать. А у нас там... Мать, блин, перемать, что происходит? Крипер! Где? Какой ядерный крипер? Чего? Снимите сколько с меня. На голову. А это почему? Добав зрения, ловушки, он ядерный. Бензин. А ядерный. Почему у меня пропала башка? Что за хрень? Еще и музыка заиграла. Как он столько всего сделал-то? Я думал, можно только одну за раз. Капец, у меня в пояс упал. Пожалуйста, сломай. Блин, себе. Сколько у меня всего пропало? Почему пропало-то? Оно же лежит. Нет, многого нету. Да? Я вон карту вижу, самая главная карта. Железного топора нету. А, нет, есть. О, тыква осталась. Найс. Самое главное. А почему у меня не работает это? Капец. Это реактивный крипер был? Это был реактивный, это был ядерный. Ну, ядерный реактивный. Это... Что-то у меня сломалось с NVIDIA, я надеюсь, у меня как-то это будет потом работать. А, у меня шапка сдохла. Еще один дом минус. Вот я не Подожди. Знал, да, вот это вот, короче, такая дешевая тыква, она, оказывается, отбирает у тебя шлемак. Угу. Получается так. Что это было? Так, что это было-то, где посмотреть? Ядерный крипер, ловушка из паутины, дебаф зрения, тыква на голову. Видимо, все разом. Все подряд. Четыре штуки. Просто. А дебаф до сих пор висит. У меня пузыри идут какие-то. А почему нету никаких заклятий? Не знаю, но у меня пузыри идут. Я пока могу. Яблоко осталось, это уже хорошо. Самое смешное, что стол картограф выжил. Не, у меня тут просто вся пещера почти везла. Ну вот посмотри, какой радиус у ядерного крипера. Да я посмотрел. Ко мне в пещеру прийти, тут потолка нету. Прям видно, как камень спас ту часть, а здесь ни хрена не спас. Так, а мне надо каким-то... А это что? А, это ловушка из паутины, видимо, такую дрянь делает. Она все выжила? У меня все взорвалось. Ай-яй-яй, горю. Надо донатить, чтобы управлять. Да, либо забал канала. Я сплю. Да что там опять происходит-то? А я выжил. Это огненный крипер. Вот, минус стол. Минус пещера. Охренеть! Объясните, пожалуйста, почему, блин, это работает, когда я сплю? Выйди на улицу. А я по-твоему где? Ну, да все горит. Короче, все, деревня хана. Не, почему, деревня большая. Я, по-моему, даже щит не успел поднять. А, все сгорело. Мне как-то неуютно становится тут жить. Понятно, в общем, базы это не наши. Зря ты сказал Саликсу, что... Ладошки вспотели. Хороший был домик картографа. Кстати, там была моя кровать, мне надо где-то поспать срочно. Кровать. У нас были кровати, я помню. Где? Просто где-нибудь вот далеко от всего ее поставить, нажать и убежать. А что по еде? О, еда какая-то есть. Да блин, пузырьки дурацкие. А рядом с сундуками не стоим, рядом с курицами не стоим. Надо отсортировать на самом деле барахло, потому что у меня уже инвентарь забит всяким порожняком. Я вроде все отсортировал. Тыква эта сраная. Коврики какие-то. Так. Да что это? К счастью, это ничего страшного. Это просто с Алекс, видимо, попрощался. У него, наверное, деньги кончаются.
куда копаться не упал. Сука, все равно стрёмно. А, нет, ничего. Так, отбегаем. Надо было задержку побольше поставить. Я вот не знаю, какая она. Напишите в чат, какая по ощущениям задержка. Большая или... Ох, фига там коров. А лайчиков нет, кстати. Есть. А, есть. Ау. Главное, с флагом не убить чувака. Помнишь? Да. Заспавнились где-то. Тут у нас много лута сейчас будет. Лута? Угу, там, видишь, портал впереди, а здесь еще тоже сундук наверху должен быть. Давай, ты отбивайся, я сейчас пойду залутаю. Ага, классно придумал. Я оценил. Не, тут еще два алая. Нифига, тут да големы! Мне алая пофиг. Блин, тут морковка, стрелы, речи. Ау, 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 ау. Чё так больно? Так, прикинь, речи. Ну, я взялся. Вот это зам. Лайф не убивать, гады. Я пойду поразу этого. Чё такое-то? Откуда это пришло сейчас? Почему так медленно регенит? Ну, пойся, если я попробую. Толстый, вылезай! Стоит, ни хрена не делает, нормально. Починку, штаны на униформе. Чё, броня есть? Блоками. Штаны золотые. А где золотой блок? Да чё ты там-то делаешь? Ты здесь залутал? Да, там нет. Да, блин, ну там класс. Морковка и все. Это единственное полезное. Я хочу достижение убить его стрелой своей же. Или это сейчас невозможно? Кого его? Нет, этого гопника. По-моему, нет такого достижения. Че, тут чучело стоит в голову? Почему в него мой дамаг-то не проходит? Еще заспавнились сразу. А где с флагом-то? Пока не было. Ты что, у меня голод-то не утоляется? Я настолько сильно продамажен был. Скинь мне пшеницу, чтобы не таскать лишнее. Там дерешься? Нет, я копал. А с кем они тогда ругаются? А, он тут заспавнился. Нет, не стреляй. А теперь дерусь. Ты забрал сундук на аванпосту? Я его даже найти не могу. Да, забрал. А, блин, я сейчас сдохну, подожди. Великий ветердропщик. Где ты сейчас сдохнешь? Да тут трое стоят. А, оу, я тоже сейчас сдохну. На том и порешим. Мы до первой смерти, что ли? В смысле, нет. Почему? О, сердечко! Жить, 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 жить. Главное, чтобы не заспавнились с заколдованными луками, которые... О, спасибо, кстати, помогло. У меня полсердечка. Которые пробивают щиты. Иду, иду. Как они быстро бегают-то, гады. Так, мы садим. А, все, за мной больше никого нет. О, зато на мне трое. Сейчас я коров-то убил. Ну, конечно, это важнее. Не меня же спасать. Вот это да. Три чувака заспавнились. Кому я нужен? Пендаль дали, я перепрыгнул через двоих из них. Подумаешь! Еда. Кроме аллаев. Моля, а их тут, по-моему, штук семь. У нас семь морковки есть. Алай, вы за мной поспеваете там? Лошади? Осел!
Нифига себе, вот это круто. Он еще хотя сел. Они за мной все бегут! А как это? Почему они такие быстрые здесь? Спать надо, давай быстрее. Я не могу! Если я приду в деревню, ей хана. Мне надо их перебить каким-то образом сейчас. А, блин, я не вижу АБС, я не вижу уведомления. Короче, кто подписался, тому welcome. Найти бы тебя тут. Достань факел. Где Алай? Их хорошо видно. Около аванпоста. По-моему, их больше 10. Да, около аванпоста. А, вот, вижу. Просто мочи их в спину, пока я их танчу, потому что мне нереально щит опускать. У них слишком много стрел выходит. Я чуть тебя не стукнул. Кто? Тяной, погнали. Что за последняя стрела прилетела такая? О, крипер, беги быстрее, тут крипер. Где? Давай, я спину. Ферму с поршнями. У нас же спидран. Как же без фермы? Подожди, я что-то еще тут видел. Да блин, кто стреляет? Куда? Не, я пока железо фармлю. Чё? Тут где-то было много железа, я пробегал, я помню. Вернись, пожалуйста, на звук. А где это было? Значит, надо копать. У меня угля нету, я угля не копаю. Я вам без железа. Уй. Глубоко. Я туда не пойду. А, нет, там железо полезло. Стоп, а почему? Я не могу выкапывать железо золотой киркой? Да. Я 4 блока сейчас. Ты куда упал? 5-й упал. Сколько ты лет в Майнкрафт играешь? Я никогда с золотой киркой не играл, извините. Она вроде быстрее всех копает, но быстрее всех ломается и мало чего. Да куда он упал-то? Вернись, железо! Я сейчас Бардена разбужу, кажется. Нет, 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 я передумал. Нет! Ты в крепости Бардена? -2 Аллая разом, кажется. Зря я пошел за этим железом, ну его нахрен. Я сейчас был на -20 высоте я был. Ты где? Ты куда вообще пошел? У меня упало железо вниз. Я опустил воду и по ней поплыл. А оно такое... железо. А оно все время куда-то дальше вниз проваливалось. В итоге я оказался на -5. 5 криперов и зомбак в зачарованной голде. Да. Вот такое вот все. Не, я туда не пойду. А-а-а, все, я убрался. Что это за звук был такой? Опа. Как они сразу-то, осторожно. Чем это меня? Ай, не надо. Ай, блин. Да кто меня лупит-то? А, это не они лупят. Я тебя травили. Я понимаю, но меня почему-то откидывает еще. Лучше станы как-то. Стой рядышком, сейчас из меня вывалится, наверное, лут. Не-не, тебя не убивают это. Там все полстречка ставят. Тебя тоже, что ли? Да, тебя тоже. Да. Там зомби с мечом! С железным мечом! Хорош. Все, хаос. Ты поешь. Да бесполезно. Я, кстати, еды мало. Они по нашим лестницам ходят, наглые какие. Полсердечка. Ну, тогда уже. Еще о, все, кончилось. О, давай. Не сдохнет. Я говорю, опасная у нас эта конструкция, капец. Красиво тут у вас, дяденьки. Да, выплава. Все, в призбе. Ты заметил, а? Че? Ты заметил, говорю, да? Чисто. Ну я тоже на нее вывалился, только сверху. Да не, я просто выкапал один блок железа и за ним лава. Ты дурак? Ой, я думал, там не глубоко. Я только подумал про то, что мне сейчас кто-нибудь пендель отправит.
Ты мне его отправил. На последний факел прикол. Но обидно, что я еще алмазов не нашел вообще ни одного. Погнали наверх, выложим их все. Ого. Ого. Где? Куда? Я тут в темноте с криперами, скелетами. По классике. Без еды и света! Все, одно сердечко. Я сюда иду. Мне... Я уже минут 5 с одним сердечком бегаю. Не замечал. Поднимай вещи, пожалуйста. А где? Нет, отстаньте. Во, все, добрался до вещей. Теперь надо срочно сделать. Так, о, у тебя яблоки есть. Яблоко. Одно. Так, главное сейчас опять... Не сдохнуть! Как ты понял, у меня одно сердечко. Ты здесь уже? Да, не знаю, куда сюда выбраться. Помогите. Я совсем близко. Я вижу твой никнейм. У меня блоков нету, я застрял. Сколько же у нас барахла? Лодка, господи, зачем ты с собой лодку носишь? Я не знаю, что было. Ну, баннер! А, баннер, кстати, я забыл его повесить. О, я подобрал твои алмазы, у меня ачивка теперь. Ну, хорошие новости, я собрал практически все. Кирку я у тебя заберу, потому что она не влезает. Я ее объединил. А, все, место в сундуке кончилось. Выкидываем. Выкидываем, выкидываем. Твой топор явно. Твои ножницы. А, что? Сука, курти, блин. Я не знаю, что меня больше напугало. То, что ты заорал, или то, что он пнул, или этот звук, или то, что я тут сортирую, и этот дурацкий зомбак все время сверлит своим звуком, мама мия. Ты бы видел, где я сейчас нахожусь. У меня в метре от меня утопленник, который крутится. Чё ты сюда-то не идешь? Стой, я тебя... Не смогу, запущу на Твиче. Все, народ, спасибо за компанию и, блин, и за ПТСД, вот, ей-богу. Таких нервных клеток, таких трат нервных клеток у меня... Что это было? У меня не было. А, блин, он еще повторил. Убей его, пожалуйста, убей, пожалуйста, пожалуйста. Ага, пожалуйста. Как я его убью? Ну, пожалуйста. Лучше я твое яблоко съем. Нет. Я тупой. А в смысле он мне достал? Он тебя запомнил, конечно. Не, с трех блоков он же не может. Да может, ты видел, какой длины у него руки? Иди забирай, пока он на меня смотрит. Барашек, блин. Чисто вот как Костер в Семи башнях. Которого просто все големы всех деревень знали в лицо и мочили.